Hi friends, today is September 28th, 2021 and we are at Walt Disney World Resort All-Star Movies, and today we are going to our favorite park in Disney called Epcot. You'll get to see our favorite rides. Well, I'm gonna show you my favorite ride, so join us as we are experiencing Epcot. Come on. Oh, they don't have a... Oh, вот здесь у них кафетерия. Туалеты. А мы идем к автобусам. Обязательно надо в масках. Классный фильм вот этот мы смотрели. Шан-Чи. Очень классный фильм. Вот здесь вот регистрироваться. Но мы уже были зарегистрированы. Нам просто дали по телефону информацию, ключи. Но мы живем в городке, который называется All Star Movies. Фильм. Фильмы. А вот... How are you? Money. Сувенирчики всякие разные. И вот линия, очередь, которая ведет в парке. Тут разные. Вот смотрите, вот это волшебное королевство. Сюда автобус придет. А мы ищем Epcot. Мы ищем Epcot. There's a bus. No bus. Вот такие вот автобусики, они бесплатные. How old is Sonia as a parent? Антон, маска смешная такая. Смотри сюда, Антон. Антон. Смотри себе. Очень смешная маска. Мы в Эпкоте. Вышли из автобуса и идем к парку, который называется Эпкот. Это один из наших любимых парков. У нас все любимые, но этот самый, один из самых-самых. Деревья с мохом, мхом. Сейчас будем подходить к службе безопасности, потом пойдем в парк. Здесь у них поезд едет. Монорейл называется. Он идет до волшебного королевства и до кое-каких городков. Мы подходим к нашему любимому парку Epcot. Вот, и вот это вот земля, Spaceship Earth, космический корабль Земля называется. Я вот здесь вот покупаешь билеты, но мы билет не будем покупать, потому что у нас мы уже купили все билеты. То есть мы только пройдем и просканируем наши браслетики. Bro, not cool. Not cool. Morning, folks. We're doing extra magic hours. You're right behind me here. How do we know if our... Оказалось, что мы приехали на час раньше. Представляете? Мы на час раньше приехали. Вот монорейл, это поезд, на котором можно доехать до волшебного королевства. Jesus.
особую плату можно проходить раньше на час или на два, не знаю, на сколько. И поэтому в парке еще до открытия сейчас 10 часов, открывается он в 11 сегодня. Но уже люди по парку ходят, те, которые заплатили какую-то особую сумму за это. А нам еще час ждать. Что-то я вообще потеряла счет времени. Но это хорошо, что мы пришли раньше, а не позже. Это неплохо, хорошо, но я не привыкла раньше приезжать. Я всегда обычно позже приезжаю везде. Вот смотрите, сейчас вам покажу поезд. А, не покажу, потому что он едет. Вот. В некоторых гостиницах можно... Есть и такие услуги, что на час, на два раньше можно прийти в парк. Раньше такое было и в наших гостиницах, такая услуга. А сейчас только в супердорогих. Сейчас так, раньше такое было, если в резорте, ну, в городке останавливаешься в Диснее, то тебе особые там особые услуги, вот типа такого, что раньше на 2-3 часа можно приходить, чем все, все такое. А сейчас только вот делюкс, люксовые гостиницы, только вот для них такие услуги предоставляются. Ну, ничего. И вот еще After Hours, у них такое новое, это за особую оплату. После закрытия парка тоже можно оставаться, но это очень дорогое удовольствие, это просто супер дорогое удовольствие. Покажи, Антон. Антон может даже красить себе кеды, бренсы, вот так вот. Ну, с этой стороны не видно, с этой стороны, да. We can do whatever. When we get back, I'll set my stuff up for tomorrow. Нас начали запускать. Сейчас я вам покажу, если получится, как оно. Как вместо билета по вот этому будем проходить. Вот просто так тут сканируешь. Я сканирую. И потом пальчик. Вот. Еще одна попытка. У нас не работали билеты почему-то. Нам пришлось идти это исправлять. И вот мы снова. Вот видите, у него голубое, оно должно быть зеленым. Вот этот шарик, мы уже бежим. Yeah, where did they go, I wonder? What, right there. All the traffic jam. Наконец-то мы в парке, мы пришли сюда на час раньше, простояли полчаса. А потом у нас не работали билеты, и нам пришлось простоять еще полчаса в их customer service. Вот. Такие у нас дела. Антон, мы пойдем уже. Антон фотограф у нас фотографирует. В семье блогеры, фотографы. You need to be patient. Will you send me pictures, please? Он очень красивые фотографии делает. Очень красивые фотографии Антон делает. Why do we need to go around? Микки! And Minnie! Jump off a bridge. I want a picture with her too. Wow.
здесь они ремонтируют, до сих пор что-то делают. Мы идем на аттракцион, который называется «Летать». Soaring. У них здесь большой проект, они тут будут строить второй этаж, такую как бы платформу наверху, и будет что-то супер-дюпер. Посмотрим, что будет. Вот тоже мои это растение, которое у меня. Probably like Miami, they had. Красиво тут. Мы идем в павильон, который называется «Земля». Смотрите, какая красота. Нима. Или у вас как? У вас Нема, наверное, да, называется по-русски. А вот здесь, если малыши есть, колясочки ставятся. Прийти. That's a good picture, Антон. That'd be a good picture. Вот павильон «Земля». Здесь два наших любимых аттракциона. Один называется «Летать» или «Полет», не знаю как. Вот как внутри здесь. Здесь кафе внизу, а вверху наш любимый the attraction is down. Stairs. Вот этот аттракцион наш любимый. Я очень люблю этот аттракцион, он такой классный. Вы увидите. Я вообще так рада, что смогу вам показать что-то. Тут они сделали так, что оно похоже на аэропорт, как будто идешь в аэропорт, а потом садишься в сиденье и летишь. Называется вот Soaring. Сейчас мы будем летать, парить. Soaring — это больше как парение. Полет, парение. Тут вот разные терминалы. Разные терминалы. Здесь музыка классная играет. Вот это наш самолет. Next, fasten your seatbelts, inserting them into the buckle on your flying or heights. You might want to wait for your party if you arrive at gate. And row one! Do you have worth of this seat? Backpack, you better not drop anything. We're on the peak. Yes. Thank you.
запах океана стоит. Гавайи. Ниагарские водопады. Сейчас мы пойдем. Мой самый любимый аттракцион, и я сделала видео его, представляете? Так что, так здорово, я так рада. А сейчас еще любимая, наш любимый аттракцион называется «Жизнь на земле». Это аттракцион водный. А здесь, если голодный, можете перекусить вот так вот. This ride is called Living with the Land, and it's one of our favorite rides because it shows you all the innovations of agriculture. As you board the boat, please lower your hand and watch your step. For your safety, remain seated with your hands, arms, feet and legs inside the boat at all times. Я вообще не знаю, вам это интересно или нет, но все равно снимаю. Пару столетий назад было в Америке очень много бизонов, и, говорит, они помогали сформировать почву для американских хозяйств, фермерских. Дисней известен своими аниматрониками, но вот этот аттракцион, он не молодой, ему уже много лет, поэтому вот это вот одни из первых аниматроников. Но Дисней всегда шел вперед своего времени, и даже 50 лет назад у него уже были аниматроники. To help us maintain these carefully controlled ecosystems, and for your safety, please remain seated in your boat at all times. Это вот как растет дрэгонфрут. Welcome to our living laboratory, where scientists from Epcot and the U.S. Department of Agriculture are exploring innovative ways to produce bountiful harvests now and into the future. Дрэгонфрут. Рис. Будто рис растет. The tropics are home to the greatest diversity of plants on the planet. Бегонии. Many of these, like papaya, bananas, cacao, coffee and rice, are well known around the world. Плюмерия, вот эти вот. These are just a few of the edible plants that have been an important source of nutrition for people living in the tropics. Many are rich in vitamins and minerals, while others are well adapted to growing in less than ideal conditions. Это съедобное здесь. Some, like the water lily, thrive in wet, swampy areas and waterways. All parts of this plant, even the flower petal, are edible. The starchy root of the plant has long been used to make flour for baking. И орхидеи. Смотрите. One day, many of these lesser-known tropical plants may be as important as the bananas growing on both sides of the boat. More than 28 million tons of bananas are eaten annually, making it the most popular fruit in the world. Тыква. Кассава, вот это, тапиока. А
know Marina would love it. When we mention farming, you probably don't think of fish. But fish farming, or aquaculture, accounts for nearly half of all the seafood consumed globally. Tilapia, bass, and catfish, like the ones you see here, are three of the more popular crops raised by fish farmers. As a result, we're able to save millions of gallons each year. Ее будут отправлять в рестораны Disney. And still protect natural resources. Привет. Вот это кофе. Агавы. Лука, мокра. These plants are definitely on their way up. Innovative growing techniques like these increase yields while more efficiently using resources like water, fertilizer, and pesticides. Another innovation at work here is our integrated pest management program. By populating our greenhouse, Марина, это для тебя. While there are more than 50,000 edible plant species in the world, most of us are only familiar with the handful that make up our everyday diet. The common grains growing here, wheat, maize, sorghum, and millet, plus rice, account for nearly 2/3 of our global food consumption. Learning how to increase yields of these staples is an important goal of research around the world. Ну, это все знаю. Соргум. Это соргум, базилик, пшеница. These plants are definitely on their way up. Innovative growing techniques like these increase yields while more efficiently using resources like water, fertilizer, and pesticides. Another innovation at work here is our integrated pest management program. By populating our greenhouses with beneficial insects that prey on harmful pests, like aphids and flies, we are significantly reducing our reliance on conventional pesticides. We're growing these crops using our nutrient film system. This technique precisely controls and recycles water and nutrients. With it, we can produce over 27,000 heads of lettuce a year in this one small area. Салат, листья салатные. Это баклажанчики снова. Some of our best ideas have been inspired by growing these ground plants vertically. We can increase yields and better control diseases. These crops taste as good as they look. In fact, we serve more than 15 tons of produce from our greenhouses in restaurants here at the land. Красиво очень. Базилик, смотрите, ой, розмарин вон. The future of agriculture may include innovative ideas like this vertical growing system. Plants grown in this way use a fraction of the space required by traditional growing methods. That saves water and increases production. The aquaponic system on your left combines hydroponics with aquaculture. The fish provide a natural source of fertilizer for the plants. And the plants help keep the water clean for the fish. It's another great way to produce more while using less. In our lab, Epcot scientists are working with the U.S. Department of Agriculture on a number of innovative projects. The goal of these efforts is to produce higher yielding and better quality plants. А это лаванда. You don't like Ога Джуни, huh? А сейчас мы бежим в другое место уже. На следующий аттракцион. Мы все обожаем этот парк. Но мы тут всегда бегом, потому что здесь так много всего, чем можно заняться, что хочется все успеть. Еще у них здесь открылся сейчас фестиваль еды и вина. И, ну, мы вино не будем пробовать, а пища у них здесь. Здесь у них будут... Мы все очень-очень любим. It's gonna be by space station now. It's not... I don't think it's here.
Where is it going to be? By the space. I don't think so. Is it? Винни-Пух! Винни-Пух стоит. Я вам честно скажу, я здесь как ребенок становлюсь. Фикшн. Папа is going to fiction. Are we going to go? Okay, let's ask them. Those people. Yeah, that's what I'm thinking. This is funny. Imagination. Monorail. And if you want, you can already see some of that aisle. Вот смотрите, это платформа. Вот там будет наверху. And that's what it's going to look like in the nearest future. So at the top, there's going to be a viewing platform for fireworks, and you'd be able to see the whole park from there. And the middle part is going to be for expos, as far as I know. So it's going to look great. So I can't wait to see it. I'm walking. I'm not taping you. I just want to get the flowers. Get the flowers. Вороны тут вареные. Пускает пузырьки. И 1 октября здесь открывается новый аттракцион во Франции. Ну, тут разные страны. В Эпкоте разные страны на дисплее. То есть ты ходишь как будто по разным странам. Разные отделения. Вот. Окей. И это будет... I want to go in the Epcot place again. Okay. Like the plans or whatever. Okay. И это будет... I wonder what is a... Что интересно, вот это что? Birdhouses, maybe? This. Hey, Michael, what are these, you think? It's a puzzle. Birdhouses. Вот, и это будет во Франции. Новый аттракцион открывается 1 октября. Он называется Рататуй. Мышонок Рататуй. Ой, а когда мы пойдем по странам, ой, как я люблю, вам буду показывать. Я так рада. Очень, очень рада. Самое счастливое место на Земле. А вот тут разные лотки, и запах такой стоит, и тут всякие вкусняшки продаются. Из разных стран. Так что мы хотим тоже попробовать. Там много очень вкусного есть чего. И смотрите, какие пончики. And here's another station for Food and Wine Festival. This one is called the Donut Box. And here's their menu. My boys wanted to try a crispy chicken on a sriracha glazed donut. It's a sandwich. The price is $8.50 per sandwich. Here's what it looks like. Yummy. Смотрите, какое на деревьях. Что это? Похоже на акацию, но вот эти вот, это не акация. Я побежала. Вот эта сторона называется земля. Нет, innovation, новшество, да? А потом вот там другая сторона, это там разные страны, дисплей разных стран. Вот это наше любимое место. Там не столько много аттракционов, сколько просто ходить.
и смотреть на всю красоту. И как будто бы ходишь, путешествуешь по разным странам. We are in a pavilion that's called Disney Experience. So it shows you a model of Epcot and a vision of Epcot and how this vision comes to life. Это новые проекты Эпкота. Ну, а вот это вот новый аттракцион, вот Рататуй как раз показывают. Что интересно, что тут вот это все, это проекция. И красота какая, смотрите. И красота. Смотрите, меняется дисплей. Welcome to a place that celebrates the magic of Pottery beginning. In fact, the heart of everything we'll be doing in Disney World will be our experimental prototype city of tomorrow. Это вот все бугенвилия. Мы ищем место, где спонсируемая Кока-Колой, где можно купить прохладитель, не купить, а бесплатные прохладительные напитки со всего мира. Мои мальчики очень любят. А вот в этом лотке лобстеры продаются.